Акт второй. Штаб ГСБ, Вашингтон, округ Колумбия, синяя зона, С-2. Вот что. Неважно, что болтают в новостях, расслабляться рано, до конца еще далеко. У НОТ остались синие зоны, и неизвестно, как там все сложится, но меня не это беспокоит. Идите сюда. При допросе пленных разведка отметила, что некоторые угрозы повторяются. Вот здесь. Смотрите. Это только начало. Огонь падет с небес. Чума истощит ваши тела. И ваши души будут молить о пощаде, когда Кейн явит свою ярость. Похоже на обычную пропаганду НОТ. Но, возможно, они собираются использовать супероружие. Вы отправитесь в Северную Африку, и если у них есть супероружие, оно там. Надеюсь, упреждающий удар задавит этот кошмар в зародыше. Да, еще одно. Все эти данные не для чужих ушей. Не стоит сеять панику среди населения. Сандра обрабатывает разведданные, так что вас проинструктирует Кирс. Вы свободны. Штаб военной разведки, Вашингтон, округ Колумбия, синяя зона, С-2. Итак, ситуация в Северной Африке нестабильна. Наша главная цель — Египет. Мы узнали, что на ирригационной станции недалеко от Касабада производится химическое оружие НОТ. Мы обязаны уничтожить этот завод. На севере расположен порт Александрия. Оттуда НОТ развозит оружие по всему миру. Но это еще не все. Похоже, в Северном Каире НОТ производит ядерное оружие. Возможно, именно поэтому этот район так хорошо укреплен. Так или иначе, первая ваша цель – это завод химического оружия в Касабаде. Ну что ж, всем снова привет. С вами, как вы уже могли догадаться, снова Дезертир. И мы продолжаем завод в Касабаде. Проверьте сведения о заводе химического оружия НОТ в египетском городе Касабад. Не знаю, что произошло, но я потеряла связь со штурмовиками, с которыми вы должны были встретиться у химического завода. Старший доложил, что они что-то там нашли, и все оборвалось. Вылетайте и разберитесь совсем на месте, а потом уничтожьте завод. Ну что ж, начинаем. Разведка предполагает, что на ирригационной станции в Касабаде находится завод химического оружия НОТ. Мы развернули аванпост в этом районе и направили туда группу штурмовиков. Но недавно с ними пропала связь. Отправляйтесь в Касабад, выясните, что произошло с аванпостом, и проверьте ирригационную станцию. Поступило сообщение. Эта казарма является последним пунктом связи со штурмовиками. Зачистите местность. Объект атакует. Есть! Ну что ж, давайте потихоньку выдвигаться. Данные объявлены. Доступны новые постройки. Задание выполнено. Занимаем район. А вот и техника. Данные обновлены. Отлично, нам дали вот этих хороших ребят. Устанавливаю видеосвязь. Поехали! Мы выяснили, это не завод химического оружия. Там что-то творят с Тиберием. Захватите завод и обеспечьте новые разведданные. Поступило сообщение. На этом военном заводе производится оружие на основе Тиберия. Уничтожьте постройку. Идем! Поступило так. Сообщение. Прыжок! По сведениям разведки, рядом производится военная техника НОТ. Уничтожьте завод. Не глухие! Давайте еще раз все это сделаем. Все хорошо. Начинаем потихоньку строительство. Новое задание. Докладываем. Обнаружен противник. Москиты могут сбить ракетчики. Могут-то, конечно, могут. Данные обновлены. Мы сейчас должны инженера вот в эту башенку закинуть. Иначе потом нам будет без него довольно сложно. Новое задание. Так, композитную броню также сделать и... Объект атакуют. Куда же подевался весь Тиберий? Должно быть, ноты собрали. Ну давайте же!
Повышение. Бой! Постройка захвачена. Данные обновлены. Давайте, ракетчики. Вперед! Красавцы. Марш! Ладно, пока нам там ничего Отряд особо не смена! Угрожает. Усовершенствовали. Верно. Слушай, давайте сделаем так. Давайте сделаем еще пару ракетчиков, которые будут уничтожать здесь. Противник. Хороших ребят. Винтовки к бою. Чтобы это атакуют. Было более хорошо, мы Покупы. Поставим. Все к бою готовы. Так точно. Только лучше Стрелки, вот вперед. С этой стороны и вот. Слушайте, окопаться. Все к бою готовы. Пуск готов. Пехота здесь. Так, пехота. Вас понял. Выдвигаемся, так сказать. Куда сюда. Попрятались? А, вот они. Да, все отлично происходит. Все под контролем. Винтовки к бою. Под контролем. Ваш приказ понял. Так, выгружаем отсюда. Докладываем. Марш! Отводим назад. Мы уже прибыли! На всякий случай загружаем сюда один отряд этих. Команда отряд. В сборе! По-моему. Внимание! Как-то вот так вот. Да. Мы уже прибыли! Не шуметь! Отлично. Усовершенствованы. На базу напали. Более или менее отлично. Да, сэр! Пехота здесь! Что же вы такие негодяи, как говорится? Чуть не хотят стрелять в меня ракетчики в ту сторону. Объект атакует. Пуск готов. Хоть убейте. Повышение. Ваш приказ понял. Ладно, будем тогда отводить их, раз это, в принципе, бесполезно. И будем тупо строить армию. Так, мне нужен Подготовка. Еще один человек. Потому что, по-моему, это незахваченный двоящий комбинат. Я как-то про него коды. Забыл. Верно. Вот вы, ребятки, идите-ка и получите Бегом свои туда. Заслуженные очки опыта. Поехали! Здесь еще на карте расположены очки опыта вот тут, и, соответственно, сюда нам надо прорваться. Инженер Что? Прибыл. Все Куда будет наша хорошо. Не забиралась? Так. Повышение. Подготовка. Давайте построим еще пару отрядов. Подготовка. Обнаружен противник. Приостановлено. Отмена. Постройка захвачена. Поставим. Объект Внимание! Атакует. Не расходиться! Так, ну, вы, ребят, можете вообще Штурмовики сидеть готовы. В уголке, никого не трогать, ничего не делать. Пуск готов! Штурмовики готовы! Команда в сборе! Да и вообще мне не мешать. Недостаточно вы назвали? Так, вот здесь вот за мной. Очень такой Шелись. Хороший прокачанный отряд. В идеале сейчас Неглухие. Попробую забрать Шагом. Вот эти вот очки. Шевелись! Посмотрим, насколько это хорошо у меня получится. Бегом туда. Надеюсь, одним отрядом, в принципе, Надо куда-то прорвемся. Надо готовы! Шевелись! Это, правда, они странно путешествуют. Такое ощущение, как будто они плывут в ножках. И всего один, нет, вот еще второй, бежит именно. Не глухие! Остальные как-то двигаются Идем. Непонятным образом. Так, вот здесь вот отряды, как вы видите, патрулируют. Объект атакует. Поэтому надо стараться Обнаружен их избегать. Противник. Штурмовики готовы! Они, как видите, очень сильно коцают наших ребят. На базу напали. Лучше поаккуратнее. Неглухие! Бегом туда! Так, ну, нам всего лишь Путь нужно забрать. Время. Вокруг шныряют ноды! Штурмовики за мной! И надеяться на то, что нас повысят сразу Шагал после следующего не ранга. Не да, не зашипись, одним словом. Прыжок! Все, мы прыгаем. И уматываем отсюда. К сожалению, мне не дадут здесь возможности попользоваться техникой. Штурмовики готовы! Попользоваться техникой не дадут. Это печально, но в принципе Расплюнуть. Это терпимо. Ладно, ладно, ладно. Внимание! Здесь у нас ракетчики. Пока Ваш живые, понял. Пока что. Мы здесь. За место ракетчиков Идем. Лучше поставить каких-нибудь время, штурмовиков. Время. К сожалению, добыча у нас идет не очень быстро. Приостановлено. Отмена. Ты последний, кто сегодня Штурмовики здесь произведется. Вы назвали? Так, вот этим отрядом. Идем. Скажем так. Обнаружен Бегом противник. Туда. Этот не желез. На вот базу так. напали. Команда Отлично. В сборе. Можем, конечно, оставить отряд здесь оставаться, но я Бегом думаю, мы пойдем готовы. По центру Штурмовики и этим мной. Сможем... Обновить кого угодно Туда. И что угодно. Прокликиваем время, каждого. Время. Каждый Шевелись. Танк, каждого Штурмовики юнита. Насчет юнита время, я, конечно, время. Погорячился, но каждый танк прокликивать, в принципе, можно. Так, берем. Что сделать? Любой отряд. Забираем. Повышение. Отряд смирно! И оставляем. Команда Наверное, здесь в сборе. Еще один отряд. Поехали! Насколько я помню, здесь. А нет, видите, могут все-таки эти застанцы Объект стрелять атакуют. Вы моим юнитам, которые находятся таки здесь.
Так, отматываемся назад. Шевелись! Потому что я забыл, идем. Что они, по-моему, не могут атаковать воздух. Шаром! Да. Штурмовики за мной! Ладно, значит, мне нужны гранатометчики по-любому. Не шуметь! Вижу противника! Мы здесь! Прыжок! Отбегаем вообще совсем далеко, насколько это возможно, и ждем, пока гранатометчики с этим делом всем разберутся. Объект атакует. Отлично. Вот что так сделать? Вот все это дело проходит намного лучше. Так, высаживаем здесь ребят. Пуск в таком готов. Случае. И берем их с собой. Команда в сборе! Так как у нас что есть делать? Вот эти войска, которые команда могут в сборе. Пробежать вперед, мы их немножко поехали. Кинем мы подальше, здесь? Чтобы они Иглухи. Встречали идем. Любые Иглу войска туда. Противника. Время, а время. Сами же просто пройдемся дальше. Обнаружен противник. Так. Обнаружим противника. Это вот смотрите, жилет. Почему он не начал их атаковать? Объект атакует. Вот. Мало не покажется. В принципе, есть два довольно неплохих ракетчика. Это работа. Что, в принципе, этот не жилет. Это твой. Надо проверить. Они умрут. Мало не покажется. Просто идем. Да. И истребляем ребят. В принципе, опять же, повторюсь, да, мне должно это твой. Вполне хватить этих отрядов для туда. Того, чтобы все это дело мало разобрать, не парясь особо. Объект атакует. Они умрут. Держитесь. Атакует наш отряд. Да их. Я думаю, что мы справимся. Прикроем эту лавочку. Разрушаем все вот это вот. О, да. Дело. Задание выполнено. Одно из основных время, заданий мы время. Выполнили. Данные обновлены. Идем. Мы уничтожим и пехоту. Туда. Так, кстати, это не добил. Химический завод. Они Живи. Используют Тиберий. Штурмовики за мной. Так, кстати, то, что они используют Тиберий, это довольно неприятно, плохо, даже сказал бы. Команда в сборе. А что Прыжок. Сделаешь? Мы так. Уже прибыли. Спасаем Объект наших атакует. Ракетчиков, они Мы очень здесь. Важны для нас. Они умрут. Там у нас это остается работа. Отряд. Дави! Который, в принципе, Прикроем выживет, эту лавочку. Поэтому Шевелись. Можно особо не Дави. Париться. Они что-то замышляют. Я чувствую. Бегом туда! Давайте попробуем повысить вот Пуск этот отряд готов. Ракетчиков. Есть! Вы назвали? Я думаю, это будет важно. На всякий случай, потому что мало ли, если вдруг что-то Внимание. Будет не так. Вот Команда в сборе! Отличнейшим образом. Ну и давайте довершим тогда уже начатое. И просто загрузим Штурмовики сюда нашего за веселого инженера. Мы здесь. Где у нас Обнаружен инженер? Противник. Бегом туда. Давайте выберем конкретно его. Где он у нас там? Я Медленный. Разберусь. Секунды, и я внутри. Медленный мужик. Команда в сборе. И потихонечку начнем выдвигаться. Насколько я помню, тут кроме пары сундучков таких Надо вот проверить. С боеприпасами ничего время, нету. Время. Поэтому можем туда Бегом даже не туда. Ходить. И Идем. Просто спокойно время, время. Все дело разобрать. Обнаружена база врага. О, да. Постройка захвачена. Мало не покажется. Задание выполнено. Дави! Хорошо. Шевелись. Держитесь. Надо проверить. Так, Мало хорошо. Не покажется. Потерянно. Не нравится. Шагом. Дави их. Здание захвачено, это значит, работа. Что мы еще одну дополнительную миссию выполнили. Они это ушли. Уже очень радует. Шевелись! Время, время! Сначала нам нужно убить абсолютно Шарем. Здесь всех. Туда! Как обычно. Идем! Всегда истребляем врага полностью. Не глухие! Штурмовики за мной! Это твой! Ну, собственно, на этом миссия заканчивается. Всем спасибо. С вами был, как всегда, Дезертир. Задание выполнено. Время, время! Миссия выполнена.